Рулет морковный. Для всех любителей и нелюбителей морковки следующий рецепт – морковный рулет. Блюдо довольно интересное и вкусное. Необходимые ингредиенты. Морковка сырая – 400 грамм. Большая ложка масла сливочного. 4 яйца куриных. Зелень любая, чеснок и соль с перцем. Для начинки нужен жирный сыр. Готовим рулет морковный. Морковку следует промыть и хорошенько почистить. На среднюю терочку натереть, посолить и поперчить. Масло сливочное в сковородке разогреть и морковку слегка обжарить. На силиконовый лист ровным слоем надо выложить обжаренную морковку, но предварительно ее надо смешать с сырыми яйцами. Запекаем 15 минут морковку, затем этот пласт снимаем и остужаем. Мягкий жирный сыр надо взбить и растереть с чесноком и с очень мелко нарезанной зеленью. Добавить перец и соль. Теперь поверх пласта морковки ровным слоем сыр намазываем и в рулетик скручиваем. Остужаем и нарезаем. Блюдо очень вкусное, можно сразу кушать, но лучше дать рулету чуток постоять, настояться в холодильнике.